вообще ты по образованию, ты художник? Да, я художник-технолог. Это как? Технолог. Это все, это всеобъемлющее. Это я не только не только художник, но я и могу применять свою художественную образованность в прикладном искусстве. А ты окончила что? Грекова. В Москве? В Ростове. А, да. Ты в Ростове училась? Да. А потом переехала в Азов и здесь уже? А потом я еще некоторое время пожила в Ростове, поработала, вот, а потом переехали в Азов. Я правильно понимаю, что правильно говорить писать? Ну да. Не рисовать же, да? Это как с моряками, что их нужно обидеть, корабль плывет. То есть, вот что больше тебе нравится писать? Какие? Есть же там портретисты, есть те, которые там пейзажи, натюрморты рисуют. Вот у тебя... Я очень люблю писать портреты. Я никогда не думала, что я вообще займусь портретизмом, портретной живописью. Вот. Но когда я рисую портрет, я думаю о человеке. Особенно я люблю портрет рисовать тех людей, которые я хоть как-то знаю. Но смотря, например, если человек не рядом, я рисую с фотографии его, все-таки даже по фотографии чувствуется его душа, аура, и я стараюсь по выражению глаз понять, что представляет из себя человек, и это привношу в портрет. А чем сложнее писать маслом, гуашью, там, акрилом, да, я насколько знаю? Там? Ну, акрил, акварель, много темпера. Самый сложный материал, может быть, ты будешь удивлен, это акварель. Почему? Это же, казалось бы, это все в детском саду. Да, 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 очень странно, но этому есть объяснение. Потому что акварель закрыл, положил в портфель ребенку, он принес в школу, открыл, водичку налил, порисовал, закрыл и унес. Самое легкое в рисовании, в писании картин – это масло. Но никто ребенку не даст пачку масла, разбавитель, холст. Это слишком много уже, это целый портфель ему нести просто на рисование. А акварель, я так понимаю, почему сложно? Потому что она жидкая. Очень много нюансов. Она течет. Нужно тонкости много изучать. То, что учат в школе, в детском садике, это, одним словом, детский садик. Все. А по-настоящему акварелью писать очень сложно. Это очень сложная техника. Акварель, она не выносит ошибок. Ты их не можешь исправить, как в акриле. Акрил высох, и ты сверху можешь написать другую картину. У меня, кстати, есть картина вот здесь, вот она стоит. Ага. Под морской луной, пейзаж. Под морским пейзажем совершенно другая картина. Ага. Насколько я знаю, ты еще занимаешься проведением мастер-классов, обучаешь детей, подростков, со взрослыми работаешь. Да. Вот проще работать именно с кем? С детьми проще работать. Угу. Это очень интересно. Я в каждом ребенке стараюсь увидеть его талант, даже пусть он будет маленький, 5 лет, что он хочет, что у него больше получается. Мама иногда показывает, а вот когда моя дочь была гораздо меньше, она рисовала то-то, то-то. И у меня сразу в голове рождается идея, как можно сейчас развить его, даже вот те вот попытки рисовать в что-то такое грандиозное. Я знаю, что ты с особенными детьми работаешь. Да, это вообще мои любимчики. Почему? Очень с ними уютно, они добрые, понимают все, большой прогресс. В рисовании у них. Вот. И чем их больше у меня в сандалиях, тем мне приятнее. Есть у особенных детей какая-то особенность мышления, фантазии, видения? А есть, и я хочу даже на эту тему с ними поработать и, возможно, силами своими и силами наших знакомых какую-нибудь выставку организовать. Хочется показать народу, населению города, допустим, Азова, что особенные дети могут рисовать. Я вообще считаю, что каждый человек, он умеет рисовать, просто нужно чуть-чуть опыта, чуть-чуть потренироваться, чуть-чуть узнать краски, как они ложатся, специфику каждой краски, потому что у каждой краски есть свои нюансы. Кисти, мастихин, твой любимый, поскребок, да, как им пользоваться, может быть, не один раз, а на второй раз ты уже поймешь, как им скребсти правильно, в правильном направлении по картине.
Но ты пытаешься же, да, в процессе мастер-класса что-то подправить, там, научить, показать, да, как правильно. А человек, вот он, ну, есть такие люди, я знаю, которые... Я так вижу, я художник, я так вижу, не надо мне ничего помогать. Вот как с такими людьми быть? Я обычно беру лист и рядом показываю на листе. Смотри, говорю, вот так, если нарисовать, было бы лучше. Человек смотрит вот так вот лучше, либо на свой вариант. И делает уже выводы, что ставить. Принять мою точку зрения, либо настаивать на своем видении, как художника. Но я уважаю в каждом человеке его, своего внутреннего художника, поэтому я, скорее всего, соглашусь с его выбором. Вот. Ну, если он будет еще прислушиваться к моему мнению и скомпонует наше видение общее, это будет здорово, потому что на картине это будет лучше. Вот с чего лучше начать человеку, который хочет научиться рисовать, прийти сразу на мастер-класс, либо дома можно как-то с чего-то начинать? Вот первые шаги. Если человек хочет, пусть берет бумажку, любую, и начинает рисовать. Карандаш, бумажку, ручка, да, все под рукой всегда, у каждого человека. Нет, ты знаешь, если бы ты видела картины, которые я рисую своей дочке на бумаге, она, конечно, понимает, это знаешь... Вот, у тебя есть уже один фанат. Нет, это знаешь, это как у Экзюпери в «Маленьком принце», когда он там нарисовал коробку, а маленький принц увидел в этой коробке барашка. То есть у детей, вот я почему говорю, у детей свое какое-то мышление интересное, они видят то, что не видят взрослые. Вот то же самое, я рисую дочке там кошечку, а что это кошечка у меня? Это вот голова, туловище овал, лапы вот так вот идут и хвост. То есть это чудовище, но дочка видит в нем мяу-мяу. Но... То есть ты предлагаешь с этого начинать, чтобы каждый человек... Конечно. Думал... Это для тебя оно чудовище. Если бы твоя дочка видела в твоем рисунке чудовище, вот это вот был бы большой вопрос уже к тебе. Так как она увидела кошку, значит, ты развиваешься в правильном направлении. Герман, рисуй. Не бойся.